Так, есть ли срок исковой давности на наследуемый долг по ЖЭКу? Ну, конечно, есть трехлетний срок исковой давности, да и все. Вступайте в наследство, досудитесь с ЖЭКом. Ни хрена они с вас не поимеют за пределами срока исковой давности. Если они не подавали в суд за 3 года, если сейчас хотите вот всю эту бодягу прекратить, вот просто начните тупо платить, но в квитанции указывайте, что платите вот именно, что там, за октябрь 2020 года, потому что срок исковой давности отдельно на каждый месячный платеж. Не на всю сумму, а отдельно на каждый месячный платеж. Хотите вот начать им платить, укажите, что платите за октябрь 2020 года или там за ноябрь.